уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. И хочу показать, что я увижу. Вот здесь вот Балтийская жемчужина, здесь жемчужина Плаза. Я перешла через дорогу. Цветы, как я люблю, петуньи. Что увижу, то буду снимать. Может быть, даже не смогу что-то объяснить или комментировать. Кто знает, пишите, кто из этого города. Здесь вот шаверма. Ой! Загляделась, в ямку угодила. Здесь вот веломаркет, можно на прокат взять велосипеды, я так думаю, там тоже велосипеды стоят. Здесь много самокатчиков, но у нас в городе тоже есть. Смотрите, здесь сделано, как будто старинный велосипед. Посмотрим посуду. Я очень люблю посуду. Ой, такая красота. Цены я не буду говорить. Если увидите, то увидите. Мне очень нравится вот это вот. Ракушки перламутровые. И здесь, наверное, в стиле золотой рыбки, морское все, такое золотистое. Черепаха, вот это вот как хрустальная черепаха. Смотрите, какое для блюда, очень красиво. Рыбка. Вот на стол всякие. А это из бисера. Вышитые бисерные. А это в виде маленьких ракушек. Это тоже бисер. Стеклярус. Очень интересно. Я сама занимаюсь бисером, стеклярусом. Ну, вот первый раз вижу такие вот на стол, что сделаны из стекляруса.
животные африканские. Пеликан, жираф. Очень оригинально и красиво. Конечно, для дома это надо, наверное, на большой стол, на большое торжество красивое. Вот это тоже красивая посуда. Цены смотрите сами. Для напитков, типа кубков. А с этой стороны уже такие, как бы, из соломки, как будто. Наборы ложек, столовых приборов. Ложечек, наборы. Кастрюля с подогревом написано. А здесь все в белом стиле. Красота. Ирисы. Целый сервиз. Бокалы, ирисы. Я ирисы очень люблю. Мне очень нравится. Я снимаю и себе на память. Буду тоже смотреть, пересматривать. А здесь в таком полевые цветы. Такой стиль полевых цветов. Очень интересный сервизик. Разные тарелочки. А здесь бокалы стеклянные, чисто стеклянные. Цены. Здесь тоже немножко сниму цены. Две штуки. Это цена за две штуки. Пара. А здесь 6. Здесь за 6 на этой полочке. А здесь опять за 2. Так. Вот интересные бокалы. Непрозрачные, розовые. И немножко сиреневые. Поднос. Вот набор для сыра. Декантер для вина. Вот очень интересно, бокал с трубочкой, птичка. Сумочки. Ну, я в основном сниму это посуду, потому что мне... Я очень люблю посуду красивую. Хотя сейчас нет ни к чему и возможности нету покупать, потому что уже время прошло. Здесь простое. Ну, тоже, наверное. Не знаю, это, наверное, ручная
это картинки ручные, потому что такие дорогие. Я так думаю. Смотрите, подобраны и салфетки, и даже косметичка в таком стиле, и даже подушечка. Это, наверное, какой-то художник знаменитый, ну, я не знаю. Я не так подкована художественным. Вот тарелочка, рука. Ну, такое я не видела. Для меня это диковинка. У нас такого нет. Здесь в таком стиле. Человеческие лица. Салфетница какая. Вот такая. Здесь раскладные стульчики. Так. Вот этажерка на колесиках. Цена такая. А вот это для пакетов. 650. Это для дома, для ванной очень. Сколько он, интересно, стоит? Вот это меня интересует. Цена. Но цены нету. А это я даже не знаю, что такое. Но это раскладные эти. А это ведра, наверное, большие раскладные. Здесь на этой... А, да, вот. Видите, разложенные. Тазики, тазики раскладные. И ведерки. Потому что там ручка есть, а здесь ручки нету, как у ведерка. Да, очень большие объемы. А здесь для мытья полов всевозможные швабры. Так, цены. Не буду показывать каждое и подходить. Вот если видите, смотрите. Так. Здесь для туалета. Цены. Для туалета цены. Для мусора, мусорки. Вот цены. Так, эту мелочь я не буду. Сейчас посудой посмотрю. Вот это мне тоже нравится. Сушилочка. Такая вот. Вот тоже сушилка для белья. 5000. Ну, мы, конечно, попроще берем. Вот еще немножко посуды. Тут, по-моему, уцененная посуда. Здесь примерочная, можно примерить. Всевозможные для кухни штучки. Наборы полотенец. Это коврик. 5000 набор полотенец. Вот такие размеры. Так, полотенце, полотенце. Что-то цены вот на этот нету. Так, ну-ка, может, здесь? Нет, это цена скамейки. На коврике не могу найти цену. Вешалки.
Ну, это я мельком сниму, потому что одежду это бесконечно можно снимать. Просто пройдусь. Украшать дом. Так, а это для кухни. Разбрызгиватель для масла. Вот все для масла. Мельница. Всевозможные мельницы на любой выбор, по любой цене. Приходите, берите, выбирайте солонки. На любой вкус. Ступки. Вот для специй. Тут и ложечка есть. Но она пластмассовая, но сделана как под стекло. Вот здесь тоже для дома все. Так, цены смотрите. Кастрюли, сковородки. Кастрюль нету, говорю, сковородки. Вот это сейчас модная сковородочка. Можно сделать и котлетку, и яичницу, и что-то здесь поджарить. Здесь опять посуда. Стол какой. Так. Так. Да, я вас не буду. Я вот так. Не-не. Я вот так вот. Можете и нас, мы тоже. Ну, некоторые не любят сниматься, поэтому я не нарушаю. Так вот, интереснее. Но это слишком гламурно. Вот это еще ничего с цветочками. Тостеры, чайники. Измельчители, блендеры, миксеры. Так, смотрим цены для сыпучих продуктов на любой вкус. Магазин. Баночки. Здесь керамические, стеклянные. Пластмасса есть здесь. Пожалуйста, поварёшечки всевозможные. Мешалочки, палочки. А здесь, смотрите, красота какая. Тёрочки. Очень большой магазин. Ой. Формочки для выпечки, пельмени делать. Здесь уже кастрюли пошли. Я вообще люблю такие оригинальные штучки. Очень люблю. Необычные. Вот смотрите. Сахарница. Вот тут написано сахарница и цена. Какая интересная сахарница, очень интересная. Так.
Вот здесь еще ножи, наборы ножей, точилок, досточки, цены их деревянные или какие, бамбуковые. Держать салфетки, ножи. Вот это крышка для гриля. 2600. А это гриль. Сковородка гриль. Такие маленькие порционные кастрюльки для выпечки, для духовки. Курочки, петушки, а там золотая курочка. Вот это таджин. Вот. Можно тоже... Ой, я, знаете, не подниму, очень тяжелая. Это чугун. Да, чугун очень тяжелый. Но он вечный. Чугун – это вечная сковорода. Если купить, это на всю жизнь будет. А здесь вот современные такие. Вот здесь оладушки можно делать. Так, еще здесь вот такие мешалочки, палочки-мешалочки. Мед можно. Она мягкая такая. Вот эта палочка. 400 рублей стоит. Вот еще стеллажик с такой посудой. Это хлебница, написано хлебница. Кастрюли. Цены. Немножко сниму цены. Смотрите, какой маленький. Ковшик для водяной бани написано. Все для кухни. Вот такие люблю. Какие-то, чтоб фрукты, овощи, там сахар положить или крупу какую-то, или конфеты. Мне нравится. Так, я уже заканчиваю посуду. Вот тоже интересное. По-моему, это дерево какое-то. Дерево. И вот яблочко тоже. Яблочко. Дерево. Угу. Такой вот. Такой набор. Сливовый. Ложечка с деревянной ручечкой. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои видео. Будьте живы и здоровы. И всем мирного неба над головой.